Ребята, на связи Игорь из «Ультравыхлоп», и к нам приехал Тигуан, который в стоке имел 180 лошадей. Но благодаря компании Gun Race, отдельный лайк, им респект, здесь 250 плюс лошадиных сил. Владельцу показалось, что для этих лошадей ему необходимо сделать негромкий, в меру приятный звук. Мы с ним тщательно обсудили все варианты и сошлись во мнении, то, что он должен быть на постоянной основе. Но вместе с тем, выхлопная система не должна звучать слишком громко и слишком вызывающе. И я думаю, что это у нас получилось. Если вы такого же мнения, поставьте лайки. Вся работа заняла несколько часов по времени. Здесь, естественно, удален резонатор для того, чтобы создать более приятный бархатистый звук. И также доработана задняя часть выхлопа. На ваш суд Тигуан 250 плюс 2 литра турбо на выхлопе от ультравыхлоп. Нет, хорошо, вот я не хотел вот такой некрикливый на низах. Да, хорошо. Да, ну все, сейчас надо будет обвыкаться. Нет, здорово, здорово. Спасибо. Поздравляю. Если что, да, если какие-то корректировки понадобятся, вы знаете. Да, да, хорошо.